На связи, Юра. На маршруте порядок. Принято. Александр Череватов следит за спокойствием в городе вот уже 12 лет. В 2008 году, сразу после армии, пошел в органы МВД. В свой профессиональный праздник, день сотрудника патрульно-постовой службы, он на работе. Говорит, главное в профессии – внутренняя уверенность. В первую очередь должен быть уверен в себе, уверен в своих действиях, знать правомерность всех действий, руководство законом. Ну, в первую очередь для себя должен решить, что он действительно хочет, может. И ему по силам. Такая работа действительно не каждому по силам. Инструктаж, получение ориентировок, вооружение, выезд по маршруту. Патрулировать улицы, мчаться на срочные вызовы граждан, разбираться в конфликтных ситуациях и так 12 часов в смену. На связи. Проследую на Потокинское шоссе в заброшенном доме. Возможно, проживают лица без определенного места жительства. Разберись на месте. Принял. Поступивший вызов записан в журнал. Выезжаем по адресу. Зачастую времени на раздумья нет. Приходится быстро действовать по ситуации. Здесь срабатывает интуиция, внутреннее чутье. Как мне кажется, в первую очередь должен быть психологом. То есть ситуацию видеть на 2-3 шага быстрее, чем гражданин, с которым ты общаешься. О страхе в такие моменты не думаешь, говорит Александр. Главное – сплоченная работа с напарником. Страшно потом. Когда ты выполняешь задачу, ты не думаешь о страхе, ты просто ее выполняешь. Оно на автомате уже, особенно если напарник давно с тобой работает, то все действия уже отработаны, друг друга страхуешь. Выдержка, отвага, интуиция – эти качества приходят с опытом. Нет такого сотрудника, который все умеет и все знает, говорят полицейские. Практика, наставничество и бесценный жизненный опыт всему научат. А когда город патрулируют такие ребята, можно спать спокойно. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».